Thank you.
Девятый номер сборника «Не шепчи» в Испаноут. Это джазовая композиция тенор-саксофониста и аранжировщика Бенни Голсона. «Не шепчи» был написан во время работы Бенни Голсона в биг-бенде Дизи Гиллеспи в 1956 году. И является одной из композиций, которые создали репутацию Голсона как композитора джазовых стандартов. Впервые этот стандарт был записан трубачом Ли Морганом в декабре 56-го. Сам Бенни Голсон записал эту пьесу для своего альбома «Бенни Голсон's New York Scene» в октябре 1957 года. Позже она вышла на записи Art Blakey's Jazz Messengers, Париж 58-го, с чем саксофонистом и музыкальным руководителем был Голсон в то время. С тех пор этот стандарт стал неотъемлемой частью программы состава Jazz Messengers, а также его неоднократно использовал Арчи Шеп, Бад Шенк, Джим Холл, Джон Фадис, Ли Морган, Оскар Питерсон, Хэнк Джонс, Квинси Джонс, Тед Джонс, Рэй Брайант, Рэй Норво, Шелли Манн, Тете Монтилоу, Кит Джерретт, Вес Монтгомери, Мел Торм и Нэнси Уилсон, Винтон Келли и многие-многие другие. По данным AllMusic.com, существует около 170 записей Whisper Note. «Не шепчи» имеет форму ААБА. А-часть тонко играет с минималистическим мотивом из двух нот и сложным орнаментом с отсылками к двум тональным центрам – до минору и ре минору. Из этих двух тональных центров разные издания по-разному видят тональность пьесы, то есть ноты печатаются те же, а знаки при ключе разные – один бемоль, как в тромбоне в джазе, или три бемоля, как, например, в рейлбуке. Интересно, какие знаки при ключе поставил Бенни Голсон, сочиняя эту мелодию? Скорее всего, никаких. Так же, как это часто встречается в джаз-нотах. Просто чистый ключ, независимо от тональности. Пожалуй, эта мелодия, Whisper Note, хороший пример, почему это происходит. Помимо того, что чистый ключ должен бы как бы упрощать чистку с листа, в этой мелодии четко прослушиваются фразы, построенные на ре-минорной блюзовой гамме. У этой гаммы отсутствует си бемоль, но есть ля бемоль. И зачем тогда ставить си бемоль при ключе, если звуки мелодии на него не рассчитаны? В до миноре есть ля бемоль, и до минор также является одним из тональных центров. Скорее всего, поэтому в рейлбуке решили выписать до минорные знаки при ключе. Аккорды в версии тромбона в джазе практически идентичны с версией, предложенной в рейлбуке. У версии Бенни Голсона перед возвращением на тему последний корус – это специально встроенный так называемый шут-корус. У версии в тромбоне в джазе эта вставка отсутствует. Бенни Голсон играет Whisper Note в темпе 135 ударов в минуту. Версия из тромбона в джазе наполнена дабл-таймами, триолями и блюзовыми ходами, которые таким же образом встречаются в медленных балладах. Мне кажется, это соло звучит намного лучше, если не загонять темп, а оставаться около 100 ударов в минуту, максимум 120. В этом видео это 105. Whisper Note выделяется от всех остальных пьес сборника дабл-таймом, но также блюзом и триолями, которые придают блюзу его необузданное звучание. Поэтому особое внимание нужно уделить, конечно же, дабл-таймам, но также блюзу, то есть блюзовому драйву. Он должен качать, держа напряжение, и в этой версии все, что для этого нужно, идеально подобрано в соло. Вот в этих фразах употреблена только блюзовая гамма. Но и в других фразах часто блюзовая гамма усложнена проходящими нотами или хроматикой. Дабл-тайм нужно разбирать медленно, потихоньку, ровно не свингуя. Свинговая пульсация в быстром темпе чаще всего немножко сглаживается. Чтобы потом быстро играть, нужно определить акценты. Типичный джазовый блуждающий акцент. Ведь эти ноты будут точно сыграны языком, являются своего рода ритмическим ориентиром. Очень часто этот акцент припадает на самые высокие ноты фразы, но не только. Часто это просто слабая доля. Все остальные проходящие 16-е между играются в перебой с самыми разными слогами и натуральным легато. Каждый делает это по-своему. Для сухих, например, было важно употребить ку. Я в этом месте ку не употребляю. Боб МакЧесни, скорее всего, написал бы здесь вместо ку тауль или удль. Так что у каждого свой язык, но акценты одинаковые. Здесь опять-таки небольшая опечатка, лишние точки при нотах. В общем-то, это соло здесь очень здорово написано.
И кому тема нравится, то обязательно нужно этот номер разбирать. Конечно, здесь три звездочки сложности, но тема и соло так построены, что можно играть все произведение даже в медленном, но обязательно драйвовом темпе. Не шепчи. Раньше, когда я учился в Херсоне, мы раздумывали, что именно имеет в виду это название, ведь сама мелодия играется шепотом. Сейчас в Херсоне, в Украине, в России, в 2022 году, это название приобретает для меня лично, к сожалению, политический смысл. Играя, не могу не думать о протестующих в Херсоне. Херсон – это город русскоязычных украинцев. Это наш город. Тех, кто в нем вырос и учился, а не тех, кто уничтожил его оборону, пытаясь Херсон завоевать. Одним словом, херсонцы, держитесь. Россияне, пожалуйста, попытайтесь не шептать о войне у себя дома. На этом пока все. Как бы банально во время русской войны на Украине это не звучало, все же нам всем желаю мира.